открываются и гости, уважаемые любители музыки, дорогие наши слушатели. Так совпало, что мы сейчас находимся на том месте, камерный сидит на этом месте, где около 30 лет назад должно было возвышаться здание областной филармонии. Прошло более 32 лет. Как видим, здания нет. Но музыка звучит. И мы, музыканты, мечтатели и фантазеры. Вот сейчас мы, музыканты, представим эти невидимые стены, прекрасный по своей акустике зал, где мы играем, а перед нами прекрасная публика, слушатели. У нас переаншлаг, и слушатель стоит в проходах, ему уже нет места. Аргументы у нас, к сожалению, исчерпаны. Статьи, письма, подписи, просьбы. Но там, где кончается слово, начинается музыка.